Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Святого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Сводные полки фронтов. Вот те, кто форсировал Днепр и Одер, кто брал снежные Карпатские перевалы, кто возвратил свободу Киеву и Минску, кто освободил Севастополь и Одессу, кто сражался на улицах Будапешта, Кёнигсберга, Вены, и кто водрузил знамя нашей победы над Берлином.